Привет, народ! Добро пожаловать на канал Джонни Хоррор. Мы продолжаем с вами играть Бог войны на PS5 на самом максимальном уровне сложности. Всем добро пожаловать и приятного вам просмотра! Так, где мы тут? Ага. Так, тролля мы завалили. Все, идем сюда дальше по сюжету. Тут вроде все мы нашли. Я слышу впереди твою добычу. Я знал, что кабан. Теперь не спеши. Натягивай до груди. У кабана толстая шкура. Ну, я же попал, да? Я попал, но стрела отскочила. Может, он волшебный? Сам как думаешь? На вид это очень странный кабан. Так догоняй. Конечно, странный. Будь необычный. Готов. Снова люди? Что-то другое. Так. Сейчас мы тут полутаем. Тут эти странные дохлые твари. Они что, сражались? Да, походу, на... Так, наверху тут ничего такого нету. Ребят, тем, кто недавно зашел на поточек, добро пожаловать. Приятного вам просмотра. Оба она. Блин, фигово. Что хотел? Установить ХП-шку, да? Да нет, не да. Мы тебя знаем, такой у нас. Смотри, он залез под колонну. Я сам. Ну сам так сам, давай. Вверх, не дрожать, спокойно. Не спеша и точно в цель. Попал! Не упусти. Ну, растяпа, да, тут подумал. Так, мальчик! Я понял, надо отыскать. Мальчик! Где ты? Скорее, отец! Я нашел!
Атрей! Подожди меня! Да блин, где ты там? Атрей! Что вы наделали? Прости! Атрей! Мы не знали, что он чей-то. Он не чей-то, он мой друг. Мальчик выполнял мой приказ. Тогда помоги мне. Подержи вот здесь. Держи, говорю, он теряет кровь. Он последний в этом мире, а вы давай стрелять. Добывали еду? Тренировались они. Мне очень, очень жаль. Прижимай сильнее. Это моя вина, надо было строже следить. Он умрет? Нет, я ему не позволю. Так, ваша стрела перебила артерию. Найди оба конца и крепко зажми. Сперва слева. Зажми и держи. Теперь справа. Зажми крепче. Да. Теперь соедини их и держи ровнее. Да ты ведьма. Здесь я его не исцелю. Мой дом вон там, за деревьями. Ты его понесешь. Он не должен погибнуть. Хорошо, сейчас он спокоен. Ему лучше. Грейса. Сюда. Этот лук для тебя великоват. Мне мама сделала. Сказала, она вырастет. Ты ведь не из этих лесов. Мама по тебе, наверное, скучает. Она умерла. Несем ее пепел на самую высокую гору. Пепел? Такова ее воля. Сын. Я соболезную вашей потере. Ребят, тем, кто зашел на поточек, добро пожаловать. Приятного вам просмотра. Мы пришли. Ты живешь на дереве? Не на нем. Под ним. Хемилей! Гляди! Все хорошо. Он мирный? Мальчик. Не бойся, ему ничто не грозит. Блин, да он быстрее, но он может двигаться. Она еле-еле идет. Держи крепко. Ты одна живешь? Мне так удобней. Мой отец тоже не любит людей. Сын. Ну, правда же. Не позволяй ему так метаться. Хорошо. Тише. Отдохни. Мне нужны еще две вещи. Краснокорень растет прямо за домом. Принесешь пучок? Что еще? Я вижу, что ты бог. Не из этого мира, но ясно сразу. А он не знает? Не знает, кто ты?
И кто он сам? Это не твое дело. Здешние боги чужаков совсем не жалуют, уж поверь. Я знаю, когда тебя найдут, а они найдут, ты не обрадуешься. И он станет спрашивать. С этим я сам разберусь. Все равно защитить его от правды ты не сможешь. Но ты прав. Это не мое дело. Еще нужен сердечник. Принесешь? Такой белый цветок в саду. Горсточку. Ладно. Сердечник. Так, нам нужно цветочки собрать, да? Ну, окей, сейчас соберем. Сердечек. Угу. Поможешь? У меня никак. Конечно, а где же твой нож, ты что? Обронил? Пригодится. Ага. Я выронил? Как догнался за кабаном. Но как же так? Я же не мог ты его... Ты его потерял. Я теперь буду внимательней. Через окошко нырнуть нельзя? Домой. Да, то, что нужно. Он будет жить? Тогда мы уходим. Стой. А благодарность? Ты же скрываешься. Этот знак спрячет от тех, кто хочет вам навредить. Ты скрываешься? Люина. Все равно найдут. Люина. Я не понимаю смысла вот этой штуки. Эмили! Под домом есть тропа. Она без помех выведет вас из леса. Следуйте по тропе, а затем на свет солнца. Мы еще увидимся? А это уж как сам пожелаешь. Теперь уходите. Идем. Этот подземный ход проведет вас ближе к нужной вам горе. Возьмите лодку. Стойте. Возьмите это. С его помощью вы всегда найдете верный путь среди миров. Он укажет вам дорогу к цели. Хорошо. Я вижу лодку. А, я вижу... Динжо. Бабло. Кошмары! Знаю их. Вау. Отец, вставай! С одного удара. Это как это вообще он, блин, с одного удара? Я вижу лодку! Так, а я все собрал денежки-то, блин?
Они взрываются, оказывается, вблизи. Следи за ними! Кошмары. Мама про них рассказывала. Так и есть. Не знал, что они существуют. Кошмары? Да. От них у людей кошмары. Или они сами кошмары. Я не помню. Опа. Мистер. Он тяжелый? Да. Ну, попробуй сам перетащи, посмотришь, тяжелый он или нет. Не касайся воды. Почему? А ты знаешь, что там под водой? Нет. Вода черная. Поэтому и не касайся ее. Так, ну дальше нам, по-моему, там не дадут пройти. По какой-то там причине. Еще одна колесо. Да, у нас не хватает кое-что. Но потом туда еще все равно вернемся, поэтому пойдемте дальше. Кого-то пойдем. Так, тут мы все обыскали, тут тоже. Это тоже не получится тут ничем. Так, ну давайте сюда. Талисман средоточия жизни. Так. Для применения нажмите L1 на кружок. А, прилив здоровья. О, тут. Хорошо. Отлично, отлично. Конечно, надо много что открывать, искать еще. Камни, собирать. Так, тут ничего такого нету. Значит, всё. До горы доберемся быстро. Мне просто не верится, что я тут. Что все это происходит. Когда-то я думал, что не покину наших лесов, а то и собственной постели. Ты не виноват в том, что болен. Да, я знаю. Просто хочу сказать, что все это здорово. Вон и гора. Смотри, как мы близко. Мы плывем навстречу морю. Как ты понял? Ты не чуешь запах? Если это запах моря, море воняет. Нормально ответ. Море воняет. Насчет там моря. Смотри-ка, это Тор. Тор, бог грома. Точно. Я думал, ты не слушал мамины рассказы про богов. Иногда слушал. Она говорила о том, кто не чувствует боли. Похоже на Бальдра. Бальдар. Он ас, сын Одина и Фрик. А Один властвует. Точно. Почему ты спрашиваешь? У него на груди какие-то руны. Мне отсюда не разглядеть. Написано: пожертвуй оружие сердцу воды. Пробуди колыбель мира. Что? Бросить наше оружие в воду? К
как тебе такое предложение? Что, правда бросишь? В качестве пожертвования. Топор не вернулся. Там разбитый корабль, видишь? А вон статуя Тора. Только теперь ее стало видно лучше. Змей вылез, и вода убыла. А, вот почему тут берега раньше не было, да? А вон гора, и это строение ведет от подножия горы к золотому храму. Все это было под водой. Все, кроме статуи. Здорово, да? Там причал. Вон, рядом с флагом. Мы сначала причалим, да? Мы первые, кто пройдет здесь с незапамятных времен. Ты знаешь об этом змее? Он из великанов. Он так велик, что опоясывает весь мир и кусает себя за хвост. Это болтовня. Не знаю. По мне, так он большой. Это дорога к горе? Похоже на то. Да эти же бородатые верзилы и мелкий прыщ. Сейчас я вас порадую. Брок? Но как ты... Не твое дело, мелочь. Заходите, я тут вам припас кое-чего. И не вздумайте зариться на мою берлогу. Я первый нашел. Ну, ладно. Как думаешь, что ему нужно? Поиграть на нервах. Когда пойдет молва о моей новой лавке, ко мне наконец хлынет народ. Они будут локтями друг друга расталкивать, чтобы глянуть на товары. Увидите! Ты всегда так носишься? Жуть! Лови! Вот куча камней. Этим ключом Игдрасиля... Можно открыть волшебную дверь между ветвями мирового древа. Срезать путь между мирами. Если видишь, где такую дверь, можно быстро до меня добраться. Работает в один конец. Только сюда и никуда больше. И что бы ни случилось, никогда, ни за что, никогда, ни за что, когда! Если жизнь и рассудок тебе дороги, не сходи с тропы. Нет, этого нам точно не надо. Так, давайте посмотрим, что можно прокачать. Что у нас есть? Так, тут у нас не хватит, ясно. Сколько чего есть? Нужно? Тоже не хватит. Колчан. Сейчас, хорошо. Так, что по талисманам? Пыль миров нам надо. Так, недостаточно. Хорошо. Это на потом. Так, давайте посмотрим, что у нас для брони.
Ну, такой себе, я бы сказал бы, кроме защиты, ничего. Сила 9. Ну, не знаю, мне кажется, такую себе пока. Пока что мы выбирай, осматриваемся. Пацан. Это, конечно, знаешь, хорошо. Так, давайте рукоять. Так, вот это вот уже поинтереснее. Так, изогнутая рукоять установления. Так, 1 плюс 3. Ага. Еще установление там дается. Хорошо. Так, ладно. Плюс один. Ну, руны добавляются. Вот, кстати, руны нам на... Вот в этом плане получше. Три. Так. И... Сбалансированная боевая рукоять. Так, это тоже, конечно, хорошо. Ну, удачи. Ну, знаете, к чему мы делаем? Да, давайте все-таки вот это. Естественно. Так, что по талисманам? Защиты. Так, постоянный эффект. Создание не... барьера на секунду. Так, хорошо. Прилив здоровья. Так, ну это пока ладно. Колчан. 5000. Блин, какой-то круто, конечно. Так, давайте посмотрим чары. Чары, повышающие живучесть на 3. Так, символ. Так, продать артефакты. Хорошо, все детали проработаны. Так, а что-то получше? Так, повышение мне пока... Еще всего, пацан. Ничего такого нету. Так, хорошо. Броня трея. Опять вы? Ну что, удачной тебе резни. Так, давайте посмотрим по оружию. А, не хватает. 1000. Так, пока нету, ладно. Так, давай посмотрим по камеру. А, вот, все, можно. Восстановление давайте. Так, давайте сюда восстановление. Добацаем. А сюда. Так, пока у нас все пока идет нормально все. Так, вот Рэя пока
как обычно. Так, по навыкам давайте посмотрим, что мы можем купить. Так, топором. Так, а что у нас? Вот, вот это куда-то хорошее, если это надо ещё прокачать. Ударить, да, вот тут он отбил. Угу. Так, а это что? Не, короче, вот это давайте. Да, вообще шикарно. Так, все, пока мы больше ничего не можем здесь сделать, всё, давайте пойдемте. Опа-на. Это понятно. А как это так я ранен? Я что-то не понял, как у меня вообще задел-то. Груди не бил. Так, секундочку, давайте посмотрим по навыкам. Мы же прокачали, да? Да, все вкачали. Вот. То есть я ради нас бил. Ударил. Вижу. Еще чуть-чуть. Как он называется? По одному. Я готов. На, вот. Взрыва, не взрывается. Это хитрый ганн. Берегись, отец! Если повезет, эта башня приведет нас к горе. Я готов. Да, тут тяжко, конечно, все будет.
Эти руны я не знаю. Будь у нас ключ к ним, я бы мог их расшифровать. Да. Ну ладно. Веточки. Что это? Я же говорил, нам нужен ключ. Ну да, говорил. Сын, здесь еще один. Смотри, мировой змей. Он куда больше, чем я думал. О, смотри, он укусил Тора. Или укусит его, наверное. Мировой змей. Тор. Так, ладно, пойдемте сюда. Я не могу прочитать. Эти, как видно. Нужно найти еще несколько таких. А, сюда надо. Угу. Все, ну так, пойдем. Ох, что это было? Воняло ужасно. Твоя мать называла такой Ницшест. Мерзкое колдовство. Это она научила меня, как с ними справляться. Что? Неужто она и правда тебя чему-то учила? Да. Ого! Какой здесь туман! Еще гном. Может, нам... Нет. Он нам не нужен. А... Я очень извиняюсь. А откуда у тебя этот топор? Это тебя не касается. Да, и я с этим не спорю, но я его знаю. Это один из наших, и его не для тебя ковали. Прочь с дороги. Я не могу. Та, для кого мы его сделали, была мне очень дорога. И я буду несколько рассержен, если окажется... Что ты с ней что-то сделал? Это мамин топор. Она отдала его отцу перед смертью. Фэй умерла? Это очень печальные вести. Хорошая была женщина. И храбрый воин. Ладно.
Я улучшу топор для тебя. Но тебя никто не просит. Ну, верно, но можешь мне поверить, твоя мать попросила бы меня исправить тот ужас, который сотворил с ее топором мой брат. Я знал, ты брат Брока. Вот половина клейма. Так Синий твой брат? Да, но из нас двоих талантлив я. Не вру. Клянусь, Фрей. Ты можешь что-то добавить, но убирать ничего не смей. Ага, но ты не мог бы положить его вон туда? Рукоять Нет. такая грязная. Ну что ж, ладно, тогда я просто... Это что, кровь? О. Над чем ты работал? А, это? Я зову его Небоход. Там на горе скрыты целые залежи редких материалов. Добыть можно, только потом надо их как-то спустить. Ты знаешь, как это сделать? Да пока что не очень. Нужно отвлечься. А, вот камень. Так, камень. Пустой камень для воскрешения. Да, хорошо, конечно. Вот, как раз он нам нужен. От меня можно не убегать. Так. Где тут? Лети за ними! Не, уж это. Держись! Не тратить на такую, на такие вещи. Переиграем по-нормальному. Ты правда сделал его для мамы? Сюда. Иду. Так, давайте сначала дешку берем. Нафиг. Так, готов. Опа-на. Не, понял.
вперед. Опа-на. Опа-на. А ты откуда взял? Прыгнул? Давай ты. А, тупо. Так, я понял. Блин. Держись! Да не надо, не беги. Не спасай его, не надо. Что-то как-то это не замечал. Так, ладно, давайте дубль 2. Так, готов. Ага. Так. Что я делал? Воу. Так, понял. Бежим. А где-то там. Я уже готов. Да я понял, что это. Беги! Все, как-то все резко напали прям вообще. Так, ладно, давайте по-другому делаем. Атрей, за мной! Воу. Ох, блин, зараза, попал. Так, ладно, давайте наверх лучше. Там получше все-таки. Было. За мной, Атрей! Беги.
Да, но с трудом справились, очень хреново. Мне не понравилось. Можно переиграть. Так, давайте сейчас все очинку все заберем. Что тут есть? Опа. Ага, вижу. Почему они не могут понравиться? Они же родня. Нас это не касается. Ну, не знаю. Нет, ребят, пока не будет. Это сын. Ладно. Так, я помню, да, тут эти руны надо сейчас передвигать. Так, что нам здесь? Так, один есть. Хорошо. Стоп. Так, потом какая типа буква R и V в обратную сторону, да? Так, да, окей. И что-то куда? Последний остался найти. Так, и увеличится. Потом опять сюда он начнется. Он увеличит и дальше. Так. Так, тут вроде все нашли. Давайте еще посмотрим, что там. Не знаю. Мы приближаемся к горе? Да. Так, а что тогда там? Ребят, давайте спустимся лучше. Че, пацаны, может там что-то просто есть? Может сундуки какие-то вроде? Не помню. Здесь я имею в виду. Так, это, по-моему, с другой стороны. Здесь вот где-то за углом. Да, вот. Так, хорошо. Так, ну это нам не открыто.
колючка. Ее не сожжешь и не разрубишь. Ну понятно, пока мы ее не можем задеть. Уходим. Нам тут делать больше нечего. Все, теперь давайте туда наверх. Будь готов! Миста! Ух ты! Во-во! Хуже. Блин. Воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо. Блин, что-то вот это поспешил. Немножко. Все-таки заделано. Надеюсь, мы там все взяли. Не знаю. Мы приближаемся к горе? Да. Так, ну тут все взяли.